Друзья, я вас приветствую на канале InfoBizControl. Сегодня мы рассмотрим курс, который сейчас активно продается на Глобарке. Называется он Посейдон. Вы, конечно же, его можете, как всегда, скачать бесплатно по ссылочке в описании. Но я вам очень рекомендую досмотреть это видео до конца. Ну, во-первых, это очень хорошо для канала, когда видео подольше, да, просматривается. А во-вторых, будет информация о самом курсе. Вы поймете, что это за курс, нужен ли он вам вообще. Вы услышите мое личное мнение. Ну и также, кроме этого курса, я вам дам еще одну интересную полезность, которую вы скачаете. Ну, я думаю, захотите скачать. О этом как бы вкратце тоже я в течение этого ролика расскажу. Ну а перед основной информацией немножко своей рекламы. Друзья, если вы не очень давно подписаны на мой канал, то я вам хочу сказать, что у меня есть еще один канал, на котором нет никаких курсов или чего-то еще, но он тоже относится к заработку в интернете, и там я показываю конкретно, как я зарабатываю, различные сайты, на которых можно зарабатывать абсолютно без вложений и зарабатывать там не какие-то копейки, а нормальные деньги. Вот даже можете посмотреть вот ролик, вот как я заработал 12 тысяч рублей без вложений. Таких роликов множество, то есть разные сайты, на которых я зарабатываю без вложений, там доллары, рубли, евро и все такое. Ну и также довольно часто я выкладываю обзоры различных интернет-ресурсов, на которых можно зарабатывать с помощью различных инвестиций. Вот ссылочка на него, на этот канал, будет обязательно в описании. Переходите и подписывайтесь. Итак, друзья, давайте начнем. Посейдон. Сначала вкратце пробежимся по продажнику. Обычный продажник, в принципе, нас сразу встречает вот такой видеоролик. Продолжительность этого ролика 9 с лишним минут, почти 10 минут. И на самом деле информации как таковой там, ну, прям какой-то конкретной, я бы не сказал, что ее нет, но... Так, кое-где размыто, как всегда, много различных общих слов. Я, конечно, не буду просматривать видеоролик и показывать, что в нем. Если захотите, сами посмотрите, перейдете в описании по ссылочке, которая там будет вести на мой сайт. И там будет ссылка на конкретно вот этот продажник. В общем, посмотрите, если вам будет интересно. Ну, на самом деле, здесь автор девушка у нас. Она рассказывает, о чем, собственно, этот курс, как мы будем на нем зарабатывать. Она рассказывает о партнерских программах. Но я до вас хочу донести одну мысль. Это то, что она в течение всего этого видеоролика пытается нам дать понять, что, во-первых, этот метод очень простой, во-вторых, он автоматический, да, то есть там какая-то автоматизированная система, и в-третьих, он не требует финансовых вложений. Вот здесь мы это можем прочитать, да, прибыль на следующий день уже после запуска. И по линии всего этого видеоролика идет такое понятие, что это именно передовой новый метод 2019 года, все такое в этом роде. Ну, то есть это прям такая новинка, о которой никто никогда не знал. Ну и она вот нам почти бесплатно, да, там всего лишь за небольшую цену готова эти секреты открыть и вообще дать все инструменты и все такое. Если хотите, можете посмотреть. Давайте глянем, что нам тут обещают. Автоматизированный метод заработка от 3000 рублей в сутки новичков, пенсионеров, ленивых. Здесь мы уже посмотрели. И дальше идет у нас знакомство с автором. Люба Ржевская. Нигде вы ее не найдете как автора. Почему? Давайте перейдем. Вот, пишите сообщение в ВК. Мы переходим. Потом переходим на ее страницу и смотрим, что это за страница ВК. Страничка ВК у нас фейковая. Она явно, ну, просто ли создана фейково. Хотя, если так, да, изначально посмотреть, ну, кажется, так круто, все заполнено. Дата рождения, город, там, траля-ля, все такое. Тут в группы она в разные вступила, и куча фоточек разных, и много различной информации на ее странице. Ну, на самом деле, это все... посты из различных групп, репосты, ну, то есть все из общего доступа, а какой-то такой обычной, да, активности, как у нас у любого человека в соцсетях, у кого-то в Фейсбуке, ВКонтакте, там где-то еще, никакой активности нет, то есть чисто посты из каких-то разных групп, цитаты и прочий бред, то есть явно страница мертвая, да. Вот. Если мы спустимся в самый низ, то мы увидим, что первый пост в этой странице был
10 января. То есть его создали, заполнили различным бредом и делают вид, якобы эта страница живая. Конечно же, она не живая, это фейковая страница. Вот эта фотография одна, единственная здесь с девушкой, якобы автором. И фотография фигового качества, явно это или скриншот, сделанный откуда-то, ну или скачанная картинка, да, то есть мы видим также куча каких-то левых фотографий, все такое. В общем, автор у нас фейковый, не буду говорить, что это прям супер что-то страшное, ну вот так вот, то есть автор у нас фейк. Дальше идем, у нас здесь а мой доход по системе Poseidon всего за 15 дней. Ну, скриншоты это вообще смех. Не знаю, кто на них ведется. Хотите зарабатывать 3000 рублей в сутки, тогда нажмите на кнопку «Получить курс». Ну, получить курс, не получить курс, а купить вообще-то курс. Что входит в курс Poseidon? И здесь мы видим, собственно, что в него входит. Да, вы получите 7 видеоуроков со всеми пояснениями, со всеми ссылками, дополнительным материалом, а именно готовый, наполненный, протестированный сайт для работы. Также вы получите 30 дней моей личной поддержки по любым возникающим вопросам. На самом деле, знаете, я много раз сталкивался, когда авторы обещают вот это вот моей личной поддержки по любым возникающим вопросам. Вся эта поддержка, она сводится к тому, что от вас отмораживаются любыми способами, говорят, читайте курс, ну и все в этом роде. То есть, ну, никакой поддержки, естественно, у вас не будет. Ну, как бы, конечно же, если вы скачаете этот курс по ссылке в описании, то у вас по-любому никакой поддержки не будет. Да, естественно, авторы, даже которые и дают какую-то поддержку, они дают только тем людям, которые заплатили за этот курс. А так, подключайтесь, добавляйте партнерскую ссылку, запускайте сайт. Нужны ли вложения? Как вы могли слышать, презентация говорила, что можно начать без вложений в рекламу. Но также в уроке автоматизации будет показана модель очень быстрого старта. Инвестируя 100-200 рублей, вы можете стартовать в 5 раз быстрее. Окей. Далее, тупые вопросы, тупые ответы. Сколько стоит метод Poseidon? Ну, конечно же, стоимость его 3500 рублей. Цифра взята хрен знает откуда, но вот так вот. И, конечно же, есть скидка, которая вот сейчас прям, конечно же, закончится. Хотя, конечно же, она никогда не закончится. Это просто тупая замануха, как у любого глупартовского сайта. Метод заработка Poseidon для тех, кто ищет современный метод заработка в интернете, устал от покупок. Друзья, я думаю, вы как бы мой тон уже, да, немножко так поняли, что этот курс, наверное, мне может не очень понравиться. Но так и есть, хотя там есть кое-какие интересные вещи. Но опять же, я сказал, что все равно вы полезность получите. Так что смотрим дальше до конца. Дальше идет гарантия результата, которая, конечно же, и не стоит вообще ни хрена, понятно. Ну, липовые отзывы, куда же без них. Ну и все так дальше. Все права защищены, копирование любой информации только с письменного разрешения автора. Ну, конечно же, ни хрена тут права никакие не защищены. Все это бред. Ладно, погнали дальше. Давайте посмотрим, из чего же состоит курс и что это нам за фигню предлагают. Итак, вот у нас такой курс. Как видите, названия папок очень простые. Урок, 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 такой-то, такой-то. Всего лишь 7 папок. Урок нулевой – это вводная информация, собственно, в которой нам рассказывают, как мы будем зарабатывать. И давайте я вам вкратце сейчас расскажу, как нам предлагает автор зарабатывать. Для этого, чтобы более наглядно было, мы перейдем на вот этот вот сайт. Почему на это? Вот, нам автор предлагает зарегистрировать хостинг на Бигете, да, но это просто, там дается 30 дней бесплатного пользования этим хостингом. Также нам автор показывает, как на этот хостинг загрузить вот этот вот сайт, вот, да, который вот вы прямо сейчас видите. То есть она вам дает этот сайт и там в видеоролике показывает, как его загрузить. Вы этот сайт загружаете, у вас тоже вот такие вот кнопочки для того, чтобы поделиться, да, с друзьями. Вот такие вот кнопочки. Далее идут видеоролики. Ну вот, вам доступны 10 уроков по заработку для новичков. И здесь идут видеоролики от различных авторов. Это общедоступные видеоролики из YouTube. Некоторые из них полное дерьмище, некоторые там какую-то общую информацию дают, ну, на самом деле,
конечно же, это ни о чем, ну да ладно. Далее у нас идет такая вот замануха. Самая большая благодарность будет поделиться с этим материалом в социальных сетях. Вот. И опять же идут кнопочки для того, чтобы поделиться в социальных сетях. По скриптум. Хотите зарабатывать деньги, сидя дома? Если да, то тогда заберите свой подарок. И мы смотрим, если мы нажимаем на подарок, внизу, вы вот в нижнем углу, вы можете увидеть, что под этой коробочкой у нас есть ссылочка. И ссылочка это реферальная. Да? Ну, здесь, я так понял, она или обрезана, или что. Но факт в том, что нам предлагается создать вот этот сайт. Да, мы его загружаем. И под вот этот вот подарок мы подкладываем партнерскую ссылку на какого-нибудь там автора, да, на какой-то платный уже продукт или даже еще на какой-то бесплатный продукт, но перейдя на который, человек там его может скачать, а потом может быть купит какой-то курс там у какого-то автора, и тем самым вы получите долю. То есть какое-то партнерское отчисление от того, что купил там человек. Вот, собственно, это и есть методика, о которой нам говорится на сайте курса Посейдон. Да, вот это автор. Она нам обещала автоматическую вот эту методику. Вот это, собственно, и есть методика. То есть нам нужно сделать, создать вот этот сайт, загрузить его, вернее, на хостинг, потом его распространять. А в чем ее... Вот эта вот супер автоматизация и, как она говорила еще в видеоролике, вирусный эффект, вирусный маркетинг. Она говорит о том, что люди, которые будут переходить, да, вот кому-то вы будете давать ссылку на этот сайт, они будут переходить и будут видеть еще вот эти вот кнопки «Поделиться в социальных сетях». И они будут на них нажимать, вот так вот, делиться на своих страницах. Ну, я не буду этого, конечно же, делать, но вот они будут делиться на своих страницах, и тем самым их друзья тоже будут переходить на эту страницу, и они будут тоже там нажимать все там, и вы тоже будете с них получать какие-то определенные уже доходы, а те будут, их друзья друзей тоже будут нажимать на вот эти вот кнопки, и, собственно, будут делиться этой страницей, и вот этим, именно из-за вот этого, я так понимаю, она говорит, что это вирусный маркетинг. Давайте сразу скажу, что это полное говно. Почему? Потому что на вот эти кнопки будут нажимать единицы. Поверьте, я в этой теме уже как бы давненько, у меня есть и сайты, на которых эти кнопки стоят, и как бы вы там не просили своих посетителей и подписчиков, но, друзья, не знаю, ну, у меня, конечно, подписчики самые лучшие, самые преданные, но я вам скажу, что большинство людей просто хотят халявы, им абсолютно насрать, они не то, что вот, ну, почему вы не можете, да, продавать там какой-то продукт прям сотнями, потому что люди ищут халяву, и для них не то, что деньги за что-то отдать, а для них даже вот действительно нажать вот так вот на кнопочку и поделиться, отправить с друзьями, они уже этого не хотят делать, и поверьте, вы там раздадите, допустим, 1000 этих ссылок, да, вот на этот свой сайт, на котором там ваша ссылка будет, все, вы раздадите 1000 людям, из этой 1000, может, 2 человека нажмут на вот какую-то из этих кнопок и поделятся, все, и на этом ваш вирусный маркетинг заглохнет. Но, опять же, 1000 людям вы это не раздадите, ну, потому что для того, чтобы пригнать на этот сайт много людей, нужно иметь источники трафика. И опять же, как и любой курс, ну вернее большинство курсов с Глопарта, вот этот Посейдон является дерьмищем. Вот эти все партнерские программы и все, это все весело, это все работает. И на этом можно зарабатывать. Но для всего нужны источники трафика. Если у вас есть источники трафика, то у вас будут деньги. Вы сможете продавать какие-то продукты, зарабатывать на партнерках. И вам не нужно для этого какой-то дебильный сайт, который, скорее всего, только размоет ваш трафик. Потому что человек перед тем, как попасть на какую-то вашу там определенную ссылку, он должен еще, так сказать, пройти вот это вот все, да, то есть он там раз включит какой-то один ролик, второй, а на третьем ему уже станет не очень интересно, ну, потому что, скорее всего, в основном все вода, вот, и дальше он даже не будет листать, если пролистает, ему уже станет неинтересно. То есть такой сайт только размоет ваш трафик, вашу аудиторию, вот, и в итоге вы ни хрена
хрена не заработаете. И опять же, любой курс, который рассказывает, что нужно зарабатывать на партнерках, он первым делом должен давать информацию о том, где брать этот трафик. Без такой информации этот курс полное дерьмо. И здесь, в этом курсе, этой информации нет. Нет, подождите, она есть, конечно же, не дай бог еще автор посмотрит на вот этот видеоролик, хотя я сомневаюсь в этом, хотя кто знает, и вдруг скажет: да что ж ты наврал, у меня ж там есть урок по добыче трафика. И есть действительно вот этот 7-й урок, и это абсолютно дебильный урок. Вот он называется «Продвижение». И нам здесь автор показывает, девушка это показывает, забыл, как ее, блин, зовут. Да, подсмотрел, Люба ее зовут. Итак, нам Люба здесь рассказывает, что есть вот такой вот чудесный сайт, на котором есть различные группы ВКонтакте, да, вот много разных групп ВКонтакте. И они, собственно, дают возможность у них рекламироваться. И потом Люба открывает пару-тройку таких вот групп и показывает, что в них можно прорекламироваться всего лишь недорого. И я как посмотрел этот весь прикол, и она нам предлагает, допустим, рекламироваться в группе, у которой среднее количество уникальных посетителей за день 278. То есть, представляете, в группу за день зашло 278 человек просто. То есть, эта группа мертвая. На самом деле, в самой группе, в этой акулы бизнеса, там в ней то ли 130 тысяч человек там зарегистрировано, то ли что-то в этом роде, не помню там. Ну, короче, что-то дофига. Ну, вот, мысли успешных, 137 тысяч. В общем, вот такие цифры, но посещаемость в этой группе, она абсолютно мертвая. То есть 200 человек, там 250 человек за день заходят в эту группу, и реклама там стоит 200 рублей. 200 рублей, чтобы она повисела в топе один час. Насколько я помню, там так было в этом прайсе. Это просто жесть. Даже если я ошибаюсь, и так, стоимость одного поста 100 рублей, стоимость одного поста через биржу 147 рублей. Живые подписчики, мысли успешных, да, живые, только там посещаемость тоже никакая, там что-то тоже 200 с чем-то человек, или 300, не помню, ну и стоит пост 100 рублей. То есть объясняю, от этого поста, если вы там разместите рекламу, вы ни хрена не заработаете. Там, если зайти в эту группу мыслей успешных, вы увидите, что... А, вот посещаемость, мысли успешных, посещаемость. Вот, видите, внизу мы видим уникальных посетителей, да, то есть это конкретные люди. Вот 200 человек, 300, 300, там 300 с чем-то, ну и вот так вот примерно эта цифра идет. И кто знает, это еще неизвестно, накрутка это или нет, но... То есть группа мертвая. Если вы зайдете в сам паблик, то вы увидите, что там на постах там 3 лайка, 5 лайков. Ну, то есть ничего хорошего от этой группы вы не добьетесь. То есть вы потратите 100 рублей, дадите там рекламу, по вашей ссылке там перейдет буквально несколько человек за эти 100 рублей. Никто ни хрена там не поделится, как она вот обещала. Кто-то, возможно, перейдет, даже спустится вниз и перейдет по вашей ссылке. То есть на этом все закончится. 100 рублей вы просрали. И так будет со всеми группами, которые она здесь показала. И она еще с таким пафосом: вот видите, то есть следуйте моим рекомендациям, и все у вас получится. Следуйте ее рекомендациям, и вы просрете все деньги. Почему? Потому что вот этот автор, это Люба, это просто нанятый голос. То есть на самом деле у этого курса есть другой автор, а вот это вот то, что здесь рассказывает, это нанятый голос. Сам автор реальный даже этого курса, он не зарабатывает этим способом, никогда не зарабатывал. Это очередная замануха для лохов с Глопарта. Вот и все. Друзья, в общем, я думаю, вы мою позицию поняли. Если хотите курс, скачивайте, ссылка в описании. Но курс полное говно. И как я обещал, все-таки полезность я вам кое-какую дам. А полезность будет такая. Вот курс. Он, кстати, тоже с Глопарта, насколько я знаю. А этот курс называется «Продвижение развития канала в Telegram с нуля до результата». А я так немного пробежался по тезисам этого курса, и я вам скажу, что он неплохой. Я не скажу, что он прям супер отличный, там пупер, и вы сразу начнете там зарабатывать или что-то еще. Нет, этот курс, он скорее всего для начинающих, для новичков. Но я вам скажу, что здесь есть полезная информация, и я его
себе этот курс оставил для того, чтобы иногда заходить, там что-то отсюда брать, что-то применять. Тут также есть список различных бирж, на которых, ну, которыми можно пользоваться, да, вот различные также чатов и все такое. В общем, информация полезна, если у вас есть желание развивать какие-то, не знаю, развлекательные или какие угодно телеграм-каналы, а это всегда приносит деньги. И я вам всегда говорил и на этом канале, и на втором своем канале, да, что создавайте активы и создавайте источники трафика, тогда у вас будут деньги. Что такое активы? Активы — это и есть каналы Telegram, каналы YouTube, сайты и все-все остальное. То есть вот такие вот штуки — это активы, и они же являются источниками трафика. Трафик можно между различными каналами и активами перегонять туда-сюда и, то есть, тем самым развиваться. И здесь вот курс о том, как создавать каналы в Телеграме, как их развивать, это и есть курс о создании таких вот активов, которые вам будут приносить бабки. Вот этот вот курс о Телеграме вы сможете скачать обязательно. Все ссылки, абсолютно все-все будет в описании. Также, если вам интересен этот Посейдон, то тоже его можете скачивать по ссылке в описании. Ну, не забудьте подписаться на мой второй канал, который называется «Заработок в интернете. Легкие деньги. Простые методы заработка в интернете». Ссылочка на него тоже будет в описании. Я думаю, вам понравится. На этом, друзья, все. Желаю всем успехов. Зарабатывайте много и честно. Пока-пока.